Слушай, ну зачем тебе вникать в то, как ВИЧ попадает в организм человека? Как подрывает иммунную систему, как передается от одного к другому, или точнее другой, а нередко и другим. Зачем тебе знать, что в России каждый день становится на 100 таких других больше? Что 80 из этих 100 еще нет 30, и что многие из тех, кто является ВИЧ-положительными, не знают об этом? Зачем тебе все это? Ведь это в сущности не твоя проблема. Это проблема твоего парня. www.stopspeed.ru